Всем привет! Мы ходили в лабораторию. Сейчас я полезу вот под этим мостом назад, вот по этой штуке, а вы поугараете. Надеюсь, я не уроню телефон. Как говорится, все ради вас. Но вообще тема стрёмная, и лезть здесь надо вот так. Вот опять зацепиться рюкзаком за то же самое место. А так, смотрите, красота, да, речка течет. Товарищ меня сводил в химлабораторию. Там было круто. Я думаю, вам всем тоже понравится. Тем более моим товарищам с работы, кто любит смотреть заброшки. Так что я уже несколько раз сказал в видео спасибо ему. Пишите это в комментариях. Ой, все. Я пошел на другое место. Так, прокомментировать мне пока нечего. Чё, заперли? Это та же самая идея, интересно, здесь яд, если что. Где? Вот он, яд? Да. Метанол. Угарно. Согласно источнику «Медюза», метанол нужен для производства уротропина, белого порошка, который отлично горит в любых условиях. Из него делают таблетки для розжига, взрывчатые вещества. А также используют в фармацевтике, фанера и ДСП, важное сырье в деревообработке, карбамидоформальдегидный концентрат. Тоже делается из метанола. Тут дышать-то не опасно. Здесь вроде нет. Ну, туда не разбили, поэтому разрываемся. Ну, а тут даже пластиночки валяются. Старинные. Там есть новые, может, что-то на руку. Тебя снимать-то в кадр-то как? Без разницы? Я в какой-то степени тоже решил, что здесь новый. Слушай, ну, кстати, вот эти пластинки, это эти еще, как его, блин, забыл, на 78 скорость, это почти патефон, граммофонные пластинки должны быть вот эти. Апрелевский завод. Ну да, он Загадка, самый древний. Танец музыка Целлера. Да, угарно здесь. Ты удивляешься с первого, даже значит, со второго, с третьим ты будешь вообще удивлен. Пойду чисто в лабораторию. Ща, подожди. Надо, пожалуй, тоже куртку одеть. Уж ладно, на банке с ядом я рюкзак ставить не буду. Не, я просто люблю всю эту старину сам. Слушай, а как думаешь, баллоны рабочие? Там есть, но эти навряд ли. Там чек обрван. Ну, в теории это нет. Нет, смотри-ка. Может быть, нет, проверять не хочется. Нахрен. А сейчас тут дышать нечего будет? Нет, я просто имею в виду это. Домой такой прицепить. Так, это у нас что за фильтр? Это не запотевающие ленты для противовода. Ага. Слушай, надо взять пару. У меня противогазы-то есть дома. А то не сегодня-завтра пригодятся. Это у нас что? Да. Реально, как в советское время. У них даже документация вся на месте.
Это надо уже кому, кто экзотикой вообще увлекается такой. Слушай, наверное, вот так я лучше сделаю. Ну-ка. Во. Потому что у этого телефона, когда на 60 кадров снимаешь, он дергаться начинает. Резкость почему-то при вспышке. Ну что, идем дальше. А там чего? Ты был там? Там водища, да, наверное? Нет, там нет. Там интересно, там есть прямо зона химикатов, А здесь у них что интересно было? Здесь? Не знаю. Судя по всему, наверное, это. Самый ужасный сохраненный лаборатор, потому что остальные получше. Ну-ка. Тоже детали какие-то. О, какая бумага. Владимирский химзавод. Вот какой. Непонятно. Дата. 66-й год. Нифига себе. Да, ну тогда точно. Тут все советское. Вон тоже какая-то у них тут книженция висит, руководство. А это что за порошок, интересно? Я не знаю. Там таких много стоит. А то я вчера товарищу своему говорю. Говорю, ну что, тебе привезти сувенир с лаборатории? Он говорит, не, мне, говорит, с винзавода, если полезете. Да, слушай, интересное вообще место. У нас тут за журнальчики. О, Дженнифер Лопес уже, да? Не ошибся я? Нет. Блин. Это я так понимаю. Панорамочный завод, по-моему. А, нет. Нет, это не наша. Слушай, это что за вымпел? Я тоже не замечал. Первое место в зимней спартакиаде, посвященное столетию Великого Октября, 77 год. Так, папка для бумаг. Здесь всякие эти деталюшечки тоже. Вон еще пробки советские. А что, телефон дисковый. О. Водка Владимирская юбилейная. Да, блин, она пустая. Вот и сувенир был бы. Висит, конечно, за мной. Ну да. Слушай, а это что? Пломбы, что ли, какие? Да, кстати, вот. Тоже телефончик. Прикольный, старенький. Так. Ну ладно, про наркоманов мы шутить не будем. Ты на шике есть шприцы, типа, такие вот, а вот советские стеклянные с такими. Да? Прям, и они в идеале сохранятся. Мы раньше это, играли в эти шприцы. Блин. О! Осталось немножечко. Интересно, водка или нет? Давай понюхаем, подожди. Водка, но выдохшаяся. Я уж не буду тебе такой сувенир отсюда захватывать. Выдохшаяся. Но если кому надо починиться, вы знаете, где это стоит. Можно вообще достать, конечно, этот микрофон. У меня есть блютусовский. Я в него тогда на военной части говорил, ну, чтоб тоже... Сильно слышно не было. Вот такая здесь старая вентиляция. Ч
еще там есть-то? Тоже приборы всякие вот эти старинные. Сейчас уж и не знаешь, чего это. Респиратор я и не заметил. Но это уже это, более современный. Старые советские другие были. Да. Ну там что? Да. Ну это как сувенир кому-то надо брать. Вроде хорошо новые были. Это без рукавка даже. Это еще круче. Да вроде тишина. Ладно, пойдем дальше. Все-таки резко стеряется немного. Прикинь, вот раньше, да, сколько тут народу работало. И все задействовано было. А потом все взяли и похерили. В один день. Фен, что ли? Был, наверное. А, или это, знаешь, какая там крутилка такая, как она? Миксер, миксер. Может быть. По-моему. Сейчас я вот эту еще. Так, а вот здесь уже чисто химикаты, да? Ты знаешь, по-моему, что вот эти, которые впитывают влагу в зубы, да? Кстати, похоже. Угу. Очень похоже. Но я так понимаю, еще, конечно, это похоже на эту, как она уж называется-то. А это что тут такое? Что? Каучук, будетолит какой-то. Я так понимаю, это у меня в рюкзаке было, да? Наверное, Серега или Стас. Мужики, я вам отвечу потом. Это вы увидите уже на записи. Залезали, в общем. Здесь вот так она сидела, бабушка. Ага. И она как бы всех ловила туда, чиксывает. Мы же успевали так прибегать. Вот, Катя, под этим зданием есть еще бомбу вещь, можно было отойти. Да. Опять я над стеклом заходил, у нас лестница на второй этаж. Снимаю печать. Днем рождения. Коллектив МСЧ. Медсанчасти Владимирского химического отделения. Всего процедуры. Здесь только это. Фильм ужасов снимают. Да, да, да. Во. Как раз. Это что было? Безвестный вопрос. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эту строчку я еще более-менее вижу. Ну, я уж постараюсь поаккуратнее. Ну а здесь что они делали, интересно? Может, какие-нибудь холодильники или дезинфицирующие камеры? Наверное. Стоп. Граненый стакан. Здесь только матрицу снимать. Красное кресло.
туда целое это. Три этажа таких. Жесть. В Адме 2011. Значит, еще в 2011 работало. Работал до 2018. Даже вон как. В полном, конечно, функционал работал до 2015. Потом уже частями. Ну вот это точно печка была какая-то дезинфекция. Думал, астмапен валяется. Процедурный кабинет. Да, такое ощущение, что тут говно по полу размазали. Наверное, мы тут ходить не будем. Ну тут прям в этой комнате опасно появиться. Какими-то подметками, что ли. Ну да, кстати. Как будто вот недавно все было рабочее. Тут тоже такое все это. Опа. Со второго этажа будет очень. Вот хорошо. Это справочник. Может взять ее? Там целая библиотека будет. Три. Нет, я имею в виду введение в экспериментальную психологию личности. Mm-hmm. Надо почитать ради интереса. Точильный круг. Интересно, что они на нем точили. Сапожки. С цикадой. Ну да, тут так. Там старый журнал Playboy. Метозависимость. Это от метадона, что ли? Метео. А, метео, блин, а я. Климат, погода. Все. А я думал, я прочитал неправильно. Где работающий здесь? Да. Хулиганы. Вот такая тема тут, парни. Ну и кто же был? Какой год? Так. 2009 июль. Кто же был мисс Июль? Понятно. А на Ютубе, интересно, можно журналы такие выставлять? Тоже там насчет эротики. Да, мне как-то пофигу, если честно, на эту тему. Че, здесь прямо на стенах? Да. Это был самый старший, девчонки встречают. Ну да, это чисто мужская раздевалка. Ну, кстати, в те года было модно. Шмот чей-то. Нормально, че. Все по-пацански. Давно я таких раздевалок не видел. Сапоги. Ну, и только один человек от них отличается. У него водяра. Да, да, да. У кого что болит? Слушай, ну, блин, здесь... Прикольно. Я, кстати, этот телефон, на который снимаю, я его, представляешь, велосипедом переехал в свое время, и он у меня живой. Он у меня с монопода слетел, и я по нему задним колесом. Прямо есть запись, как я по нему проезжаю, он же включен был. Так, еще бутылочку водки, да? Тоже пустая. Нет, это, наверное, это эти справа, дорожники. Травы, кстати. Да человек, вот что, нет даже.
Чай что-нибудь заваривали, интересно. Какой он выдержки. Смотри, тоже собака. Ну да, кто-то дети, наверное, делали. Коллектив. Тема. Сейчас мы... Опа. Штамп. Слушай, вот так вот прикинь, да, уже этих практически людей и нету, возможно. Многие умерли. Вот все раньше ездили. Они сюда. Далеко не молодые. Ну да. Это вообще какой-нибудь съезд партии еще. Может быть. Партсобрание. О, шашки. Современные фотки. Ну да, вот эти поновее. 2000-е. Вот свадьба даже у кого-то. А это вот совсем старинные. Может, кто-то узнает своих родственников, кстати, на этих фото. Опа, картина. Ну, вот здесь тоже всякая химоза стояла, 100%. Здесь даже запах этой химозы стоит. О, кстати, вот это ботинки кожаные, натуральные должны быть. В теории. Это что, кусок калькулятора? Лекарственное средство. Марка. Но это уже тем, кто это хочет химичить. Я бы себе взял. Кого, эмальку? Ну да, я же рисую, брать. У меня пакет есть в рюкзаке. Надо? Да, я поставлю. Да, поставь, потом возьмешь. Да, круто здесь. Так, здесь, походу, какой-то кабинет врача был. И, судя по всему, связанный с какими-нибудь клизмами. О, пляжные тапочки. Ну, точно, кабинет для извращений. Я, походу, в кабинете для этих садомазохистов. Там этот стоит. Тут, походу, эти бакканальзы брали всякие. Поднимаюсь на второй этаж. Я тут создаю лишние тревожные звуки на битом плафоне. Надеюсь, кто будет это смотреть, это оценит. Потому что не зря человек старался. Слушай, ну здесь вот так, если разобраться, по таким местам походить, вот правильно ты говоришь, вот живой пример, хороший компьютерный стол. Вот даже вопрос, например, если элегантно с директором говорить. Да, да. Там будет спокойно мебель завести. Все равно никому ничего это не надо. Часы. Ну да, было бы глупо, что она там лежала. Мы все еще в больнице, правильно? Наркология. Наркология? Да я думаю, мне уж наркологию не надо. Я вроде не собирался ничем таким заниматься. А точнее, уже поздно. Все уже это... Поумирали знакомые, кто когда в свое время на что подсел. Ну, кстати, да, кому надо будет. Вот книжечка. Ставим лайки. Во! Мой любимый кофе здесь пили. Вот этот вот с немецким флагом вообще шикарный. Это единственный кофе, от которого у меня нет изжоги. И сейчас вот с немецким флагом не стало, вот так он раньше выглядел. И я беру такой же, но без него. Но он похуже, конечно, но за неимением лучшего. Опа, звоночек от телефона. Блин, я помню эти
телефоны так раздражались такими звонками. И прикол, кусок отбитой раковины. Так, идем дальше. Здесь-то все скорее. Нормально. Это, кстати, это трава. Блин, вот эта тема. Медвежье ушко. Вот эта тема, кстати, хорошая с травами. Сейчас же модно это все. Ну не то, что модно даже. Шротка. Да, тут это любили поквасить. Корова. Вау. Чего там уж? Слушай, это может быть одеколоном, а может быть самогоном. Смотря кто чего там содержал. Ну как? Чем? Одеколон. Одеколон, потому что... Да, у меня была наподобие. Мне дарили, по-моему, на 18 лет. Она такая бутылка, как будто из нее, я не знаю, там бренди пить только. Так, за дверью у нас что? А, вот тоже раковина отбитая. У кого-то клавиатура. Эх ты, сколько опечаток-то. Вот когда последний горячий календарь 2017. Да. А это что такое, интересно? Может, это компьютер? Да, наверное, все скорее. Ну, здесь как бы ничего такого нету. Слушай, а мы вот в этом здании-то, да, ведь? Что? Это вот тоже это же здание, да? Да, это все это здание. Эх ты, ё-моё. Так тут надо, тут неделю ходить как минимум надо. А вон, смотри, 19-й, они готовились в 19-м работать. Короче, свинячий год им подсвинячил. Сейф открывал. Да вряд ли они. Вот этот больше похож, но нет. Наверное, он должен быть побольше. Кто его знает? Прикинь, может там бабки еще советские какие-то лежат. Не, никак. Мне кажется, просто для этого, хотя бы, подожди, он бочина, по-моему. Не, он целый. Хорош. Вещь интересная. Да ладно. Подумают, просто старье какое-нибудь упало. Да. О, кто-то секретный материал читал. Вот так вот. Вот так походить, да, интересно, да? Нижний Новгород. Владимир Куйбышев, 66. Я имею в виду, кто чем увлекался. У кого бабы голые, у кого секретные материалы. Сейчас из угла уже пять лабораторная часть. О, тоже кушетка. Блатная была. А противогаз сам где, интересно? Там есть. Есть, да? И фильтры тоже разные. Там коричневые, красные были. Все для разных. Да, отсюда противогаза стрёмно брать. Цветы жалко. Завяли. Опа, зонтик. Тут точно кто-то фотосессию устраивал. Насчет зонтика. Блин, у меня вот такая люстра раньше была. Вот один в один вот эта модель.
кстати, такая, знаешь, была дорогущая люстра в Союзе. И очень ценилась. Хлеще, чем сейчас джип ценится. Так, там что за помойка? Ну ладно. Не будем окон сверкать. Поехали. Вот это круть. Здесь только химичить стоять до сих пор. Я когда в училище учился, нам тоже достался кабинет химии. Мы там разбирали на 4-м этаже под эту, как ее, под какую-то часть. Слушай, как ты думаешь, это что, градусник, какой-нибудь спиртометр? Очень похоже, кстати, на спиртометры. Денсиметр. Ну, в общем, не важно, вот спиртометр, вот когда самогонку варят, mm-hmm. он вот такой же. Его раз опускаешь, на, и он такой бульк на 60. Так, это что у нас? Mm-hmm. В общем, мне это ни о чем. Октан. Да, вот эта тема. Но это явно не водка. Она подписана. Так. Только если царская. Да. Копия отчета. 90-й год. Колбочки. А вот это чего интересно? Слушай, тоже... Ох, ёб. Термометр какой-то. Ртутный, кстати. Слышь, тема. Ртутный? Да, это ртуть. По-любому. Это ртутный, ртутный. И нафиг аккуратнее не разбить. Если кто-то когда-то из вас захочет заниматься чем-то, чем заниматься нельзя, вот почти лаборатория готова. Можно спокойно здесь делать всякие чудеса. Мы тогда что-то насмешивали химикатов вот в той этой. Что за тема? Бутылки. Ну да. И мы тогда химикатов насмешивали, а на следующий день пришли в ту лабораторию. Дышать нечем, да? Нет, дышать нечем. Она как цемент затвердела, мы ее разбить не могли. Да, ребята, это одна из лучших экскурсий, которая у меня была. Книгу учета. Сейчас посмотрим. Вохр военная охрана. Что-то не написано здесь какой-то. Да они все скорее что-нибудь другое тут записывали. Смотри в начале. Да, а, тут вырвано. Видишь, тут специально и вырвано. Вот январь, а какой год, хрен знает. Ну-ка, мы иногда писали в охране, если тетрадь заканчивалась, в каком этом. А, нет, они ее до конца не закончили. Нифига тут на. Коллоидная химия. Прикольно. Да, что-то тут. Какого бы? Однообразное, только разбитое. Ну это все скорее, знаешь, наверное, что-нибудь перегонялось куда-нибудь. У меня вот есть торс и выпал вроде. Ага. Он заходит за колбочки, у нас там просто вот один заслуженный химик есть. За колбочки всякие забирают. Че, химичат? Ой. Чисто это, ну, сам по себе. Да, что-то там собирают, ну там всякие. Приборы у нас стоят, удивительно. Вон он тоже. Интересно, это не самогон в 3-литровых банках? Прикинь, стоит с тех годов. Здесь за место работы дали. А чё, кстати, как вариант. Вот это похоже очень на этот. Задержаться после работы. Да. И весы такие древние. Советские. Раньше во всех магазинах на таких обвешивали честных граждан. Собака со щенятами. Здесь, походу, тоже кто-то сидел, телевизор смотрел.
Сапоги кому нужны теплые. Опа, курточка камуфлированная. Так, туз бубновый, можно сказать, на счастье. Туз крестовый. Сразу тузы попались. Холодильники. Слушай, ну здесь по-любому какая-нибудь зона отдыха была тоже. Что-нибудь типа раздельного. Да, потому что все напоминает. Вот он, блин, советский стол, да? Советский. Он до сих пор не развалился. Вот живой пример. На нем ткань не прогнила. Покупаешь современный, ножки отвалились через полгода. Где домино-то? Как ни странно, в чей. Да, он. Ключики. Дел, батарейки. Что-то керамика или что-то? Да, кто-то это из глины лепил. Динозаврика. Все, скорее дети чьи-нибудь. Так, здесь у нас чего? Замочки. Кстати, надо эту керамику зафоткать. Мало ли. Опа. Прикольная штука. Я говорю по фоткам, я знаю, что я нафотографировался в свое время. Когда фотик, вот я тебе писал, купил. И что-то потом меня отпустило от фотографии. Слушай, гранатовый сок, кстати. У них хорошая зарплата была. Он не такой уж и дешевый. Блин, вот эти часы охеренные. Они даже не разобраны, кстати. Ё-моё, они... А ключ-то у них есть? Ключа у них нет, единственное, видишь, их... Где? Куда он вставлялся? Спереди, открывай это, вот он. Ключ вставлялся вот. И там был ключ, вот он. Вот ключ. Вот это от них. Все. Весна. Пошли, только что-то они не должны так быстро бегать. В другую сторону или что? Не-не-не, у них что-то шестеренки где-то сбиты. Какого-нибудь часовщику отдать, я думаю, недооценил. Ну, кстати, это, да, это тема. Но они, видишь, это? Все. Сломанные. Они намного медленнее должны. Понятно. А она тут как секундная фигачит. Ну, я имею в виду, вон, маленькая стрелка. Но все равно прикольно. Это надо. Да. Когда все забросилось. Ну да, все разобрано. Интересно, что на дисках? Ну-ка, ну да. Что там? Интересно, телефон-то рабочий. Ну еще крутится. Ну да, здесь они все разбомбили. Во! Здесь, видишь, сейф открыт. Вся секретная информация украдена до нас. Какой? Китайский? Ну, это как раз это, когда мода была на маленькие. Их тогда, помню, ляпали. Все, кому не лень, но тут, видишь, что-то переделанное на что-то, раз динамик. Там, наверное, колонка была к компьютеру. Здесь все вынесено. Вот мне интересно, что вот они на них писали. Ведь это же какая-то это.
А это ведь такие штуки. Чертилка-то. Может, какие-нибудь эти. Нет, я имею в виду графики от чего? Такие были на этом раньше. Когда первые автомобили-то ездили, там тоже чертилка какая-то была, у них диск вот такой. Ну, вот эти, типа, ГЛОНАСС-то. Здесь, я так понимаю, магнитная пленка, да? Вот на такую раньше музыку-то записывать-то вообще супер было. Хрупкий. Ладно. Даже два. Охренеть. Гелий. Прикольно. Угарно. Можно шарики запускать. Противогазы начались. Это любимая тема Сереги Майорова. Противогаз. Вот еще мысль. Но это ему надо фотки потом отправить. Серега, смотри, твоя любимая тема. Баллоны. Вот это по-любому чай. Да, что-то тут сумок из-под противогазов много. А тут интересно, целые вообще остались противогазы? Ну, я имею в виду, которые не стрёмно одевать. Здесь нет. Раньше вот здесь под этим зданием было бомбоубежище. Угу. Его, в общем, сожгли в 2018-м, они нехорошие человек. Но раньше это было количество гражданского базы. Слушай, вот тут какие-то ампулы написано, 6 ампул. Надо пробить потом. Для приготовления буферных растворов эталон в третьем. Надо будет пробить потом в интернете, что это такое. А я тебе что и говорю? Эх, ё-моё. Короче, вся химия у нас с Урала. Ну, кстати, вот здесь тоже вот этот запах такой характерный. Химозой пахнет. Вон, таблица Менделеева. Вот у меня был дома точно такой же в детстве, только красного цвета. Где она у них? И портрет Лермонтова. Я помню, на одной заброшенной проходной лежала 2 тома Лермонтова. И мы все, я говорю, в следующий раз заберу, в следующий раз. И потом, вот когда следующий раз настал, мы приехали, а их кто-то забрал. Рабочая неделя. Понедельник, боже, лучше умереть, вторник, боже, помоги мне пережить этот день. Среда, не трогай меня. Четверг, жизнь потихоньку возрождается. Пятница, наконец-то, суббота, ура, воскресенье. Без слов. Да. Хотя, по идее, в воскресенье плакать надо, завтра опять на работу, типа. Да. Мощно. Жалко, конечно, да, что тут многое побитое. Ну вот реально, ты правильно сказал, договориться, вот опять же, такой же в точности 100, как там. Че, монитор грохнутый, да? Да. Ничего не попишешь. Как он называется? Серж Бобин. Сейчас. Архив. А, архив у них здесь. Здорово. По всем отделам, по всем цехам. Круто. Переработка, заводи. Эх ты, ё-моё, чертежи до сих пор живые все. Каждую цеху практически расслабляют. А прикинь, вот так же где-то про нас, про всех информация лежит, да? Не, слушай, реально. Прикол.
Нет, муха. И тут же сидел, наверное, человек тоже. Сюда с каким-нибудь, я имею в виду, этим доступом, наверное, надо было приходить, а не просто так. Вася пришел, покажите мне. Это мы сейчас вот ходим. Смотрим. О, это бумажный архив. Так, а вот это что за коморочка? Ну, я так и думал, трубы. Слушай, а вон то здание чего? За... Вон то, вон дальнее. Это вот 21 цех, я про него говорю. А он тоже заброшенный, да? А тут, да, там есть очень интересно, там, знаешь, идут такие 4 окна бака. Ага. Надпись, короче, этот, каждую рабочую минуту дело. То есть прикольно очень. Если, конечно, там до сих пор висит. Да я думаю, наверху-то ничего не снимали. Так. Вот так вот приходится лазить. Вонючая комната. Нафиг тогда ее. Первый год журнал. Часы стрела 2. Стандарт. На многих такие были. Да не, вот как я и говорю, эту страну не восстановить, вот как эти мечтают, да, там все советские производства. Они сами же не разрушены. А это бесполезно, не докажешь. Я своих других видео даже троллил иногда. Типа это, ну, инопланетяне сюда не прилетали, никто не бомбил, вы сами все разобрали и спиздили. В прямом смысле слова. Ты же был в этих, в бункерах-то на 209-м километре в районе Сокола? Да. Вот. Военная часть-то, обратил внимание? Двери да. Сняты с петель, а замки-то до сих пор зацеплены. Странно, как-то провод не уперли. Или уже уперли все. Нет, он легкий. Наверное, обмотка, наверное, одна осталась. Фольга, да, вот эта. Пустой. Что-то здесь что-то не уперли. Ну да, я из-за чего сказал, я говорю, удивительно. Ну хотя вот медный провод. Слушай, ты смотри, еще один механический хороший такой. Сыто? Да, без батарейки. Вот еще. Будильник. Блин, я вот мечтаю старый будильник найти. У меня дома есть такой. Тоже отсюда, кстати. Да? Вот. Это вот какой-то. Ну он тоже, видишь, без ключей. Привет, уже. Замедление. Вот чисто как вот раньше в детстве здесь был. Здесь, наверное, нет. Заводишь. О, тоже градусник разбитый. Ртутный. Да. Это сигареты такие, ничего себе. Что это такое? Нет, это не море. Сигареты. Там сигареты вот. Сигареты, почему? Да. Ага, мора. Вспомнил. Были такие. Ключей здесь не нахожу. Да ладно, вот, значит, уже... У каждого старе вот такая вот лежит. Английский для начинающих. Может быть, кстати. Угу. По-любому. Слушай, а может они все за границу собирались? Всем отделом. Да. Здесь только фильмы ужасов снимать. Да, вот эта библиотека ценная. На самом деле так и прозвали дом с полтергейстом, потому что здесь, на самом деле, если ты идешь вечером, очень страшно находиться здесь. Да понятно. Я бы, наверное, это, но зато знаешь что, надо назад это,
Ну, назад, короче, я буду выходить сам, чтоб я ориентировался. Потому что, когда идешь с кем-то, я вот замечал, даже в лесу, да, ты идешь, и ты не запоминаешь дорогу, куда ты шел. Потому что особо не скажешь. Да, да, Зелен, да. Зеленский. 2003. Зеленский. А, Зеленский. Менделеев тоже. Не, Менделеева я уже посмотрел. Книжки прям как будто новые. Да, они в Союзе делали хорошо. Книжки-то они надолго. Их... Даже. Никто и не брал даже. Ну, а это библиотека, видишь, натуральная была. Значит, была библиотека с выносом на дом. Ух ты, китайский. Вот, кстати. Нет, а какой? Ну, этот китайский, а вот... Наплавка и напыление. А, я думал, это этот Разве какой-нибудь. Да, 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 хотел сказать. Как раз сказали в телевизоре, надо учить китайский. Представляете, сколько как здесь да, знаний. Я в шоке. Теоретическая электрохимия. Слушай, я сейчас вот даже походил по всему этому, да, почитал просто название, сделал вывод, что я вообще ничего не знаю. Вот реально. Всю жизнь чему-то учимся. Химические... Чего? Химические источники тока. А вот это, кстати, тема. Если отключат... Там про батарейки, наверное, какие-то. Электричество, да, как здесь это сделать... Вот этот, как его, из картошки, образно говоря, электричество. Да. А то у нас первое, что нагонят, это самогона 100%. Мощно. Но в основном химия. Я больше вот к физике. Сейчас я приду туда, я сейчас здесь быстро засниму детали машин. Да, ребята, ценное, ценное. В мире умных машин. Опа, в мире умных машин и спутник. Чё там, рабочий телефон? Ух ты. Чё это тут читать? Технология строительных материалов, изделий на основе пластмасс. ВУЗ, высшая школа. Да. Это у нас что было? ВАИР. Что это значит? ВАИР. Без понятия. Ага, это, блин, какой-то этот... Как его? Как это называется-то? Мотивация, скорость. Мысль быстро делает, но медленно доходит. А, не, блин, видишь, я говорю, с моим зрением долетает, мысль быстро долетает, но медленно доходит. Так, это у нас уже третий этаж.